Дагестан не смог освоить миллиарды бюджетных денег. Регион в прошлом году не освоил 12,5 миллиардов бюджетных рублей. Но больше половины из этих средств, более 7 миллиардов, остались на счету управления правительства республики по капитальному строительству. Исполнение бюджета республики за 2021 год обсудили накануне в Кабмине республики, где и были озвучены данные цифры. Найти применение деньгам не смогли еще ряд ведомств. Минтранс не освоил 1,7 миллиардов, Минздрав 900 миллионов, Минэкономразвития 600 миллионов, Миноборнауки 500 миллионов рублей.